номер джакузи. Специально держали для приезда известной звезды вроде Михаила Елизарова. Нету СС ни сна, ни дня, где-то еврейка плачет. Ты за фашизм прости меня, я не могу иначе. Это я с виду только прост, я инженер-механик. Я вам построю холокост, сердце мое не пряник. И на высоком берегу выстрою вам майданек. Все я сумею, все смогу, сердце мое титаник. Каждому я слезу утру вафельным полотенцем. Я ни словечко вам не вру, сердце мое Освенцим. Чу за высокою стеной нежно поет гитарка, в небе любви простор какой, сердце мое овчарка, в небе моем простор какой, нету давно миндалин. Ты за фашизм прости, родной, сердце мое не Сталин. Just a quick shot. I'm sorry to disturb. I'm visiting Cleveland. Excuse me. It looks so beautiful and empty. Yeah, I'm living right now. Hi, thank you so much. You guys so beautiful. Thank you. Едет, едет маленький автобус. Маленький автобус производства фирмы Kia. А я скоро, очень скоро ёбнусь. Язык не доведет меня до Киева. Минуло сколько, а любовь иголкой колет же. Твое окошко меня манит огоньком. Я вспоминаю, ты тогда училась в колледже, а я как был, так и остался ебаньком. Мечта мечтавшим всем британским подданным ядерный устроить гриб над Лондоном. Небо, небо, синее как глобус, океан Индийской или Атлантической. А я скоро, очень скоро ёбнусь не на самом деле, а метафизически. Минуло сколько, а тоска на сердце бродит же. Мое болото меня манит огоньком. И что с того, что ты всегда любила, бродит же. А я как был, так и остался ебаньком. Мечта мечтавшим всем британским подданным ядерный устроить гриб над Лондоном.
Едет, едет маленький автобус производства Kia, Южная Корея. А я скоро, очень скоро ёбнусь, лишь бы это все случилось поскорее. Мечты, мечты, я отпускаю вас, идите же, расправьте крылья, улетайте далеко. А я под воду ухожу, подобно китежу, я как был, так и остался Иванько. Но я надеюсь, что британским подданным кто-нибудь устроит грим над Лондоном. Not today, not today, not today, not today, my friend, not today. Где же посетители все? Где же постоять? Кажется, экономический кризис ударил по человечеству со всей дури. У людей кончилась нефть. У нас кончилась нефть. Нашей цивилизации пришел пиздец. У меня кончилось масло. Поехали. Паркуйся. Стой. Ты смотри, чтобы я ехал ровно, потому что нет на камеру. Если будет яма, блин. За окном горит фонарь, светит мне в лицо, и я слышу: молодой говнарь исполняет соя про звезду по имени и про перемены. Ну, а я сегодня после третьей смены то ли выпить вискаря, то ли скушать плова и отпиздить говнаря, сука молодого. Эх, Цой, Виктор Цой, Наутилус, Кинчев, я к шикарной музыке с детства восприимчив. Я ломал стекло в руках, я порезал кожу, это ж не батончик нах, это ж, блядь, стекло же, сверху город золотой с правом на надежду, снизу неба для славян. Пидорасы между победил пластмассовый мир. Одни ебланы, все вокруг летит в пизду. Все идет по плану. Эх, Цой, Виктор Цой, Наутилус, Летов. Музыка шикарная, да хуя куплетов. Помолчи, не говори в звоне стекла тары, тихо гаснут фонари, не слыхать гитары, он уходит в никуда. Медленней эстонца, и над ним взошла звезда по имени Солнце над
выпить чеперя, надо скушать плова и отпиздить говнаря. Сука молодого, эх, Цой, Виктор Цой, Наутилус Клинчев, я к шикарной музыке с детства восприимчив. Эх, Цой, Виктор Цой, Наутилус Клинчев. Только поезд, что в огне, ехал на Бердиче. Это даже как арт-объект, да, вот эта плесень. Но от нее потом так плохо, когда долго ей дышишь, блядь. Потом трясет, как будто в кровь попала такая грязь. Ужас. А вот и труп. Гали-гали, паратрупер. Без тебя нам было супер. Раутер, Wi-Fi. Уже скоро Новый год и Крисмас, Крисмас. Стартуют корабли у Крисмас, Крисмас. Украинская ночь так звездно, звездно. То ж не об этом речь. Пиздно, 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 пиздно. Пиздно, 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 пиздно. Дуже пізно, як будто хір співає в небі, я більше не чекаю тебе, тебе лунає ця пісня так грізно, грізно, ти більше не моя. Пізно, 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 пізно. Пізно, сука, пізно, літає самоліт в Самуїлі. Душа моя болить, сумує, ує. Не ходять поїзда, ніч тихше, тихо. І наш поїзд опіздав. Пихуй, 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 пихуй. Пизна, пизна, пихуй, пихуй, пихуй. Пизна, пизна. Пихуй, пихуй, пизно, пихуй, пизно, пизно, пихуй, пихуй, пизно.
Вкусный. Искусство. Искусство должно принадлежать народу. Эти датчики. В таких местах всегда что-то вас сводит с ума. В этом месте возможность наткнуться на наркотов. И датчики пожарные, которые до сих пор работают. По-моему, здесь рум-сервис только что должен был быть. Шнапс. Летела речка, а в речке мертвый голубь спал. А дома плохо. Там рев и семечки, там корвалол и карнавал. Жди, хуйни, и жди подвоха. Хорошо не будет, только очень плохо. Самолет летает, поезд поездит, а к тебе крадется кто-то и все спиздит. Ах, рыболовство! Ах, рыболовство, ты моё рыбобаловство. А дома плохо, там руководство, там шелуха и вещество. Ждал хуйни и ждал подвоха. Хорошо не стало, только очень плохо. Самолет летал, поезд поездил, а ко мне подкрался кто-то и все спиздил. Вы мне не тыкайте, а вы мне выкайте. Ты почему со мной груба? Ах, у судьбы моей глаза на выкате и неопрятная губа. А дома плохо, а дома голодно, там только под пол и подвал. Летела речка с мертвым голубем, а в речке мертвый голубь спал. Жди, хуйни, и жди подвоха. Хорошо не будет, только очень плохо. Самолет летает, поезд поездит, а к тебе крадется кто-то и все спиздит. Ждал хуйни и ждал подвоха. Хорошо не стало, только очень плохо. Самолет летал, поезд поездил, а ко мне подкрался кто-то и все спиздил. Пиздец. Ну да, гриб. Вы обратили внимание? Везде, куда мы заходим, хоть один грибок нам будет. Грибы, как плесень, поедают наше человечество. Мы проиграли эту гонку. Вот смотрите, тут кто-то праздновал. Салат, курако, коктейль, миксер. Отлично, просто великолепно. Кто-то, если из вас из такой человек олдфэшеновый, старорежимный, можно сказать, и читал мою вещь, которая называется... «10 негритят», то там последние стадии, вот где я гоняюсь, вернее, где главный герой гоняется за неграми с пистолетом, при этом постоянно бухает, как раз происходит в этом районе. Тупак стрип, добрый старый. Нифига себе, танцпол.
старый отель. В полночь меня укрой. Он просто ринулся сюда, когда узнал, потому что скоро здесь будет паломничество. Во-первых, а во-вторых, теперь на Брук Парк Стрит можно бесплатно поебаться и съебаться в бассейн. Swim at your own risk, no doubt. No shit. Я, блядь, и не собирался вообще-то нырять. Здесь же нету воды. Винни Тайлер вот я. Какой-то другой Винни опередил меня. Лестницу вниз, потому что там сквозь окна бассейна вам-то не было видно, но у меня глаз-то получше, чем у камеры. Там бар. Это, наверное, будет последнее, что тут есть посмотреть, потому что чувствую, я вас заброшками уже утомил. Сезон заброшек так или иначе кончается, становится холодно, не только лазит, но и вырастает вероятность встречи с бомжами. А кто-то из Фабельды. Интересно. О, нифига, сколько стаканов одноразовых. Вот. Что-то сюда, в бар. Вот бар. Суперско. Тут даже ром есть немножко. Жалко, что я бросил бухать сейчас бы. На халявку-то и макнул, а что ему будет? Водки, ром, ром Бакарди. А, да ничего не будет. Ни водки, ни рому. С днем рождения кто-то тут праздновал вечеринку. Вот, смотрите. Джим Бима нету, Хеннесси нету. А вот Валтоки, это не ебенический бурбон. Крепкий виски, блядь. По-моему, больше 40 градусов. Он есть. Ну что ему было? Ничего. А вон там еще всякая говница. О, блядь, там, по-моему, скотч, блядь. Ну прям очень соблазнительно. Очень соблазнительно. А вдруг кто-то из предыдущих путешественников нассал туда? И я это хапанул таким галпом. Хотя я не думаю, здесь ощущение трудно передать. Эти, когда находишься в таком месте, потому что страшно, блядь, у вас не совсем такие реакции, как у нормального человека происходят. Понимаете? Сука, что-то пизданулось. Столичная. Так. Водка Маккормик. Помните, в 90-е была реклама Moscow Good Morning, водка Маккормик. Была была красная шапочка. Кто, дальтоник что ли? Шапочка, вот. И решила она однажды в гости к бабушке сходить. Но не с пустыми руками, а с приветом. Ты меня не трожь, ты его не трогай, это идет светлый темный. Собрала на корзиночку медальную дорогу. Как когда я уснусь, словно в сердце нож. Ну чё? Даже вспомнить больно, но лучше уж никак. И пошла к бабушке, а навстречу ей серый волк. Нет, дурной, вроде дьёт и холоду. У него всё болят, у него есть бабки, поэтому в лету хоть и дай глоту.
Здравствуй, говорит Красная Шапочка. Ты куда идешь с приветом? Бабушке, отвечает Красная Шапочка. В общем, так. Привет, я, говорит, выпью, а тобою закушу. Ну, сказано, сделано. Но тут на его беду мимо проходил дровосек. А ну, говорит, дыхни, морда серая. Дыхнул волк, от него привета морозит, спасу нет. Осерчал лесоруб и отпустил серого волка. Эх, красная шапочка, через нас привет надо было передавать. И дешевле, и бабушке твоей для здоровья полезней. Темнеет на улице. Это значит, для таких, как мы, только одно. Полицейские, блядь, активизируются. Суббота вечер, мы пьяных. Можно попасть, блядь, под раздачу. Незаслуженно. И так. Похоже, что поджигали, или был пожар, смотрите. Обгорела хуйня. Или это был пожар, из-за которого закрыли. Или, ух ты, какая прелесть. Или это уже поджигали после. Любители острых ощущений местные. Я не знаю. Надеюсь, я на первом этаже. И теперь мне нужно найти выход. Вот он. Все, ребята. А нет, это еще не выход. Маловато для меня. Продолжим путешествие. Да более чего-то. Значительного. Так, бассейн. Вот там я запаркую. Окей, я иду в правильном направлении. Это все, что меня беспокоит сейчас. Получено. Извините, что я иногда вот в таких видео говорю шепотом и так с придыханием, блядь. Я говорю, что я научился контролировать адреналин. Ну, его эффекты же, они от этого не исчезли. Я просто боюсь на химическом уровне отсюда. Соответственно, тело реагирует шепотом, придыханием, а не вовсе то, что я пытаюсь вас соблазнить как-то. Другой вопрос, что я не в ужасе, как положено природой, от этого состояния убегаю. Наслаждаюсь им в какой-то мере. В 143-й комнате, я помню, был выход на улицу. Хорошо, хоть тут номера, блядь, это 153-я. Надо уходить, ребята. Хорошо бы немножко, но райончик тут херовый в том смысле, что полиции много. Я нахожусь на территории частной собственности. Поэтому надо валить от 143-й. А вот и валит. Входы были, которые я проигнорировал. В общем, конечно, можно было посвятить этому целый репортаж, но я по натуре своей человек горячий. Я в первую очередь пошел в самые крутейшие места нашего города. Детскую тюрьму, заброшенную церковь
чалупки. Поэтому... О, написано, что если подожгете... А, если сообщите там, кто за поджег, $5000 дадут. Вот был вход центральный. Мы только что были там снутри с вами. Сейчас мы прорываемся к машине, чтобы задать отсюда стрекача. Ну вот, отсюда я производил пенетрацию. Троцкисты здесь, видите? Вернее, трокисты, как их тут называют. Раз, нырнул в окошечко, переспал или залечился. Ну, или перепихнулся. И дальше по своим делам. Вот она, Америка, ребята. Культура, цивилизация. Приезжайте, не пожалеете.